ефірі студія «Репортер» з Веронікою Гадяцькою. Вітаю вас! Тема нашого ефіру – підсумки Всеукраїнського маршу захисту прав тварин. Акція відбулася у неділю, 15 жовтня, і сьогодні будемо обговорювати всі деталі. Про них нам розкаже Світлана Барсукова, зоозахисниця. Вітаю вас! Доброго дня! Отже, будемо говорити від загального до детального. Перш за все, які ваші враження, чи задоволені ви підсумками, скільки людей було, там, як пройшов сам процес? Розповідайте про все. Дуже вдячна всім, хто залучився. Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в этом марше, в этой акции. Вы знаете, впервые в Одессе в защиту животных вышло такое огромное количество людей. По нашим подсчетам, их было больше 700. Но учитывая, что не все ставили подписи, только подписей мы собрали 512. Это рекорд для Одессы. Поэтому я искренне благодарна всем, кто нашел время, возможности, кто присоединился. И отдельное спасибо тем, кто помогал организовывать этот марш. Нам было сегодня очень приятно, когда инициатор марша Александр Тодорчук поблагодарил лично, персонально всех организаторов каждого города, в том числе по Одессе нашу Ольгу Целинскую, за то, что эти марши состоялись. В Киеве на этот марш вышло тоже рекордное число поддерживающих права животных, более 5000. Другие города были, ну, немножко малочисленнее, но тоже везде акции состоялись, и таких городов было 18. Супер! Поэтому всем большое спасибо. Мы побачили на видео, что дуже багато людей приходило зі своїми тваринками домашніми. Розкажіть, будь ласка, як інші люди реагували на те, що відбувається, чи були люди, які просто підходили, цікавилися, можливо, що відбувається тут? Остановка была очень позитивная, люди были настроены доброжелательно, посыл был дан такой, чтобы люди стремились делать добро, в том числе нашим мохнатым друзьям, мохнатым, пернатым, там у кого уже кто есть, поэтому, естественно, посыл общий был настроен на доброту. Это приятно и это важно, потому что нам предстоит большая работа по претворению всех наших лозунгов и планов в жизнь. Это кропотливый труд, и над этим придется немало поработать. Серед основних досягнень – це підписання універсалу у всіх містах України, де відбувався марш, його підписували. І цей документ містить 11 вимог. Наскільки так. Я знаю, чи можете ви, будь ласка, перерахувати основні, щоб розуміти, про що йде мова? Ну, смотрите, давайте я начну тогда бегло з самого начала. Для нас важно было, для инициатора и организаторов марша по каждому городу было выполнить три условия. Первое условие – это визуально марш в городе представить как составную часть всеукраинского марша. Это баннер, это у меня вот такие листовки, я вам ее тоже дала, на обороте которой написаны все эти 11 требований участников марша. Для чего? Чтобы не тратить время на прочтение документа, каждый мог ознакомиться, понять, за он или против. Но, к счастью, были все за, это было тоже приятно. Были идентификационные такие наклейки участников марша. Эту всю печатную корреспонденцию нам из Киева прислали инициаторы марша, платформа YouAnimal. Это все раздавалось присутствующим, и, в общем-то, таким образом начинался марш. Это визуальная часть. Вторая часть, она была не менее важна, а может быть даже более важна. Организаторы брали на себя ответственность обеспечить исполнение правила, чтобы не было никаких политических лозунгов, не выдвигались никакие политические требования, чтобы не было провокаций, чтобы не было агитации за какие-то конкретные законопроекты. Ведь в части охраны и защиты животных у нас очень многие пытаются на этой теме сделать себе популярность. В Верховной Раде на сегодняшний день лежит, по-моему, 15 или 16 законопроектов. Они все что-то где-то хорошее содержат, но ни один из них не является той платформой, которая бы удовлетворила, наконец, людей. Понимаете, они какие-то все половинчатые. Поэтому задача была никакой рекламы, никаких законопроектов. Ну и, конечно, третий момент – это надо было привлечь внимание людей, настроить их на позитивную волну. Вот что касается первой части. Мы выполнили это идеально. Баннер вы видели на снимках, на видео, наклейки, все. Что касается второй части вопроса, то, к сожалению, могу теперь об этом говорить. Это уже, знаете, как ссоры за сбытом.
бы не выносили, на всеукраинском уровне мы лицо Одессы сохранили. А что касается одесских вопросов, проблем, то их замалчивать нельзя, потому что, я еще раз повторю, нам придется работать над этими вопросами. И, к сожалению, у тех, кто считает себя зоозащитниками, не у всех есть однозначное понимание того, что произошло. Про Щойдамова. Вот, например, был инцидент. Одна из участниц, Татьяна была у вас в студии, Татьяна Волошина, принесла плакат, который призывал голосовать за законопроект 6598. Значит, если проанализировать этот законопроект по пунктам, то вот смотрите, основные требования универсала. Кстати, возвращаясь к нему, 512 подписей новой почтой будут скреплены, отправлены в Киев, и инициатор акции Тодарчук соберет все эти пакеты подписанных документов и отнесет в Верховную Раду и в администрацию президента. Он взял на себя такую функцию и обязанность довести до логического завершения все вот эти вот подписные работы. Які вимоги? Вимоги. Читаю. Перше. Чітке визначення права власності на тварину та позбавлення такого права в результаті жорстокого поводження та забезпечення відповідальності власників. Тобто, ось ці от поняття повинні бути чітко сформулювані. Закон 6598 нічого цього не дає. Друге, сприяння створенню зоополіції. Ми не раз говорили про те, що така служба потрібна для того, щоб вирішити ці питання. Тому що, к сожалению, та поліція, яка є, у неї достатньо багато важливих моментів, і вона не завжди цим успіває заниматься. Та контролю за покаранням за жорстоке поводження з тваринами. Этот закон этого тоже не предполагает. Ми не будемо перераховувати кошти. Заборона використання, це дуже важливо, ви спитали про вимоги. Їх всього-навсього 11. Заборона тварин, використання тварин у цирках, в дельфінаріях, жебракування та фото з тваринами, заборона, повна заборона притравочних станцій, знаєте, що? Що це означає? Давайте будемо розповідати. Означає. Мисливські випробувальні станції. Це ви, ну не ви, слава Богу, охотники берут животных и кидают своим охотничьим собакам на растерзание. То есть, по сути, они делают то, что сегодня уже запрещено по закону, потому что нацькувание тварин одна на одну и так заборонено. Но, во-первых, их невозможно проконтролировать, а во-вторых, этот законопроект, который пытались рекламировать, он выводит оттуда только медведя, волка и, по-моему, барсука. Лисица там остается, портреты которой вчера несли детки. Да? Почему нужен такой двойной подход в защите животных? Кого-то жалко, кого-то нет? Или это делается так? С одной стороны, мы принимаем какой-то законопроект, чтобы заткнуть рты, извините, за защитником, а наши друзья-охотники будут довольны тем, что мы тех животных, на которых они тренируют своих животных, оставляем. Потом еще создание реабилитационных центров для животных, остановка препятствования развитию меховой промышленности, ответственность и препятствование деятельности дохантеров, запрещение эвтаназии как метода регулирования численности животных, в том числе бездомных. И последнее – это занесение лося в Красную книгу Украины. Все. На самом деле вопросов было не так много, но они были глобальные, конкретные, и они требуют уже законодательного решения. Зрозуміло, підписи зібрали, що далі? Що далі? Вот теперь разработан проект обращения. Это обращение конкретно по каждому пункту предлагает внести изменения в этот законопроект. Поэтому для меня удивительно, как можно рекламировать на таком марше, где люди отдают свой голос за запрет животных в цирке, тут же стоять законопроектом, который разрешает это делать. То есть это по меньшей мере нелогично, непрофессионально и, извините, даже безграмотно. Что касается грамотности, тоже спорный вопрос, потому что здесь в студии ей был задан вопрос по поводу новшеств этого законопроекта. Она приходила с целью лоббировать его. И она вашему корреспонденту ответила, что, оказывается, будет повышаться ответственность за жестокость. Так я должна всем напомнить и повторить. Мы долго стояли, продвигали законопроект 5119-1, который сейчас стал законом 2120-8, и который эту ответственность уже повысил с 4 августа. То есть тема ответственности у нас в принципе закрыта. Поэтому здесь отвлекаться нехорошо. Это что касается законопроекта и выполнения требований. Что касается третьей части, нам было очень неприятно, потому что вы знаете, в Одессе среди зоозащитников есть определенные недоразумения, постоянно какие-то трения, кто чего хочет, не хочет и все. Вот была группа людей, которые пытались провести альтернативный марш в этом же месте, в это же время. Они для начала отказались приклеивать эти наклейки, брать листовки. Многие из них отказались подписать потом этот универсал. А почему так отбывается? Я
я вам сейчас попытаюсь объяснить. И мне было очень грустно, когда мы пригласили для того, чтобы создать фон этому маршу, группу даже со звучным названием «Настя и кот», ребята приготовили очень много песен для того, чтобы люди в выходной день могли послушать красивую, приятную музыку про животных, песни про животных. Я, кстати, хочу ребятам сказать, пользуясь случаем, огромное спасибо, что откликнулись, и извиниться за то, что им не дали выступить. А наши оппоненты пришли с барабаном, и люди в выходной день вынуждены были маршировать. Мы сразу думали, что это просто, ну, отсутствие элементарного вкуса, может быть, знаете, бывает, это, ну, дело личное каждого. Но когда барабан начинал, волонтер Казаченко бегала, его включала тогда, когда начинали говорить все, кто не связан с их группой, а по сути все время барабанить, мне кажется, это было просто проявление неуважения к одесситам. Это наша точка зрения. Многие из присутствующих, которые не знают ни их, ни нас, просто пришли на праздник, как мы позиционировали, как праздник, они говорили, а что это за барабан? Что это такое? Это что, Ку-клукс-клан какой-то марширует? То есть это было неуважение не по отношению к нам. Марш все равно получился, потому что пришли люди. Для нас это было главное. А барабанщик, ну, еще там был момент зачекайте, такой, когда... Зачекайте, да, на підставі того, що ви кажете, у мене з'являються певні застереження щодо того, що всі ці протиріччя, вони можуть заважати досягти ту мету, заради якої, в принципі, ведеться боротьба, чи це небезпечно, в принципі? Ви знаєте, ну, скажімо так, ця група дуже малочисленна, але дуже громка. Ми стараємося на це не звертати увагу і чесно робити своє діло. Для того, хто не в темі, як говориться, я об'ясню, откуда ростуть ноги противоречия. Ми в своє время виступили з ініціативою создания в городе централизованного центра спасения животных или оказания услуг животным, для того, чтобы люди в любое время, круглосуточно, 7 дней в неделю, могли обратиться туда с любым вопросом, связанным с животным. Нашли сбитую собаку, потерявшуюся, отравление, не дай бог. Ну, короче, любые вопросы, та же стерилизация. Это должен быть единый центр, куда одесситы могут спокойно обращаться. И вот это вызвало бурю негодования. Я сначала не понимала, почему. С одной стороны, кричат все, что тяжело. С другой стороны, некуда обратиться. С третьей стороны, все время просят помогите. Если ты человеку предлагаешь помощь, он должен ее принять с радостью. Оказалось, что мы наступили на горло бизнес-коалиции. Потому что даже вы можете проверить эти данные в интернете. Передержка одной кошки в сутки стоит в среднем 80 гривен. Если человек в двухкомнатной квартире содержит 50 котов, 80 умножим на 50, 4000 гривен. Зачем нам с вами ходить на работу? По месяцу, если умножить на 30, это 120 тысяч. Таких 10 передержек, скажите, за такие деньги они будут нам горло перегрызать? Конечно, будут. Вот они вчера на митинге пытались это сделать. Когда мы объясняем, что если вы, девочки, ездите на Мерседесе, то это не значит, что проблема общественного транспорта в городе не должна решаться. Кто-то пользуется, извините, трамваями, троллейбусами, так и здесь. Если вы хотите своих животных лечить в элитных клиниках за большие свои деньги, подчеркиваю, как говорится, в частных передержках, это ваше право. Но есть же часть людей, и таких большинство, особенно пожилые, и на сегодняшнем фоне, в общем-то, такого не очень хорошего материального достатка, эти проблемы надо решать. Таким людям надо. Почему же мы должны подстраиваться под кучку тех, кто боится потерять свой заработок? И вот это противоречие, оно постоянно тормозит. Но, знаете, нам как-то это не мешает, потому что у нас достаточно сильная команда, у нас есть желание это все сделать. И вы знаете, на фоне этого марша, вот эти организаторы, которые были в 18 городах, они объединились между собой, то есть уже в Украине, слава богу, сформировалось действительно сильное защитное движение. И я думаю, что со временем все эти препятствия будут реализовываться. Кроме того, если нам удастся сделать хотя бы первый шаг, я вас уверяю, большинство тех, кто кричит под этими инициаторами, они первыми клиентами этих клиник станут. Зрозуміло, у вас останнє питання, тому що да. Часу у нас вже немає. Марш пройшов у 17 містах, так. В тому числі у Львові, у Києві. У Києві було 5 тисяч учасників. 5, крім того, завітали такі постаті, як Джамала, як Остап Семерак, міністр екології України. Так. Чому в Одесі все ж таки масштаби були значно меншими? Чи означає це, що чиновники просто проігнорували цей захід? Так,
Ви праві, бо чиновники цими питаннями і не опікуються, і не цікавляться. Я вам більше скажу, що головним гальмом в нашому місті для вирішення цих питань є профільний департамент, департамент екології. Бо та кількість листів, які ми до них зверталися з проханням вирішити ті чи інші питання, вони жодного разу не знайшли такої, знаєте, відвертої підтримки. Чому це робиться? Це вже хай лишається на їхній совісті. Але я вам скажу, що наші чиновники поки ігнорували марш повністю. Ніхто з наших нужновладців і не долучився, і не прийшов, навіть неофіційно, знаєте, взяти дитинку і прийти в вихідний день просто прогулятися і показати дитині, чим опікуються люди в місті. Наостанок хочу ще раз подякувати всім, хто долучився, і сказати, що якщо ви жертвуєте свої кошти, то звертайте увагу, будь ласка, на те, чи виставляються фото вже вилікуваних тварин, щасливих тварин. Бо, на жаль, в нас так збирається допомога. Коли треба просити кошти, вау, допоможіть, фото страшні, сльози і все. Але я жодного разу не бачила, щоб хтось так щиро збирав гроші, а потім виставив подяку і сказати: любі друзі, от ви нам допомогли вилікувати оця тварина, і вона в щасливих руках. Такого немає. То я хочу закликати всіх, перед тим, як голосувати за якісь законопроекти, перед тим, як жертвувати кошти, перед тим, як когось підтримувати чи не підтримувати, будь ласка, вивчайте інформацію. Зараз інтернет, зараз першоджерела дозволяють всю інформацію отримати без перекручування. Це дуже важливо для того, щоб ми мали успіх і для того, щоб в нас все вийшло. А я впевнена, що в нас все вийде. Дуже дякую, що завітали в нашу студію зі своїми суб'єктивними підсумками маршу. Ми говорили про результати маршу, що відбувся цієї неділі 15 жовтня. Мене звати Вероніка Гадяцька. Залишайтеся на Репортері.